Йоу-йоу-йоу, всем привет, это канал Базука, приветствую вас всех, и тут, значит, что мы сейчас, это, что у нас сейчас видим, это, что мы сейчас видим, это новая игра Enlisted, это симулятор, батлятор, модулятор войны, Второй мировой войны, пока здесь доступны только две компании, это Open Beta, так, да, это открытое бета-тестирование. Есть игра сейчас только на консолях нового поколения и ПК, то есть на PlayStation 4 в эту игру поиграть нельзя. Видимо, она очень требовательная. Так, доступно пока что только две компании, это Битва за Москву и Вторжение в Нормандию. Давайте начнем с Битвы за Москву. Так, ну понятно, здесь получается союзники ось, а подразумевается как компания Германии и России, скорее всего. Давайте будем за союзников играть. Так, это что, обновление новой миссии в компании Вторжение, новой миссии, захваты, вторжения. Так, не надо нам эти обновления, сегодня что-то еще раз обновилось. Так, а что по звуку? Так тихо. Подожди, что так тихо? Звук-то есть вообще? В игре звук есть? Есть? Вроде есть. Так, что у нас тут есть? Так, значит, это у нас отряд, доступный нам. А, также здесь присутствует техника. Так, я посмотрел несколько обзоров на Ютубе, и так мне кто-то что-то подрассказывал. В общем говоря, здесь можно управлять техникой, можно управлять и техникой, есть и снайперы, есть и штурмовики, пулеметчики. Так, по танкам тоже, так я понимаю, Т-26, БТ-7. А у нас только Т-60 доступен здесь, да? Хорошо, так, компания. Участвуйте в битве, чтобы зарабатывать опыт и поднимать уровень армии. С каждым новым уровнем вы будете получать доступ к новым отрядам солдат, оружия, техники. Компания? Так. Не понял. Будет доступ на втором уровне армии. А, это стрелковая дивизия. Так, я понял. Ага, ну, в общем. Да ладно, еще и самолеты есть. В общем, игра от разработчиков War Thunder, по-моему. По-моему, да. От разработчиков War Thunder. Поэтому здесь моделечки оружия все как в настоящей жизни были когда-то. И техника тоже такая же. Все детализировано. Говорят, очень хорошая графика. Это мы сейчас все это посмотрим. Так, улучшение. К улучшению это место, где вы можете поднять боевую силу ваших отрядов, то есть ваш отряд в бою, чтобы зарабатывать опыт и поднимать уровень вашего отряда, тратить очки отряда, которые даются на каждом уровне, могу повышать. Игра-то у нас сама, получается, бесплатная. Так, это что? Увеличение резерва. Увеличить максимальное количество солдат в резерве. Так, повышение приобретено. А, это открывать, надо что-то зарабатывать, чтобы это открывать. Так, я понял. Улучшение состава, так, улучшение мастерской. В общем, надо здесь играть, нужно здесь проходить, нужно здесь качать отряды. Так, обучение. А можно пропустить обучение? Или же все-таки нужно с обучения начать? Давайте с обучения начнем, окей. Давайте обучение. В общем-то, что? Здесь, значит, получается, мы выбираем отряды. У нас есть вот пока что доступно два отряда. То есть, вот у нас будет в отряде всякий Богдан Рыжов, Виктор Филатов, Илья Ильин, Богдан Ершов. Одни Богданы. Так, здесь Петр Швиридов, Свиридов, Матвей Луков какой-то. Так, давайте, окей, гоу. Хорошо. Огонь R2, так, прицелиться, быстрое нажатие, прицелиться, ползти, движение, бег, прыжок, удержание, перезарядка. Вот я не успел прочитать.
Следуйте к огневому рубежу. Окей, бежим. Бежать можно. Так, ну слушай, графон такой, ничего, в принципе. Прям, на самом деле, игр-то таких, особенно на консолях-то, вообще, в принципе, нет. А тут вот такой вот подарочек для обладателей консольного поколения, а именно PlayStation 5, как у меня. Бесплатно можно поиграть, посмотреть, пошмалять. Особенно, почему я решил попробовать эту игру, потому что я, в принципе, люблю игры подобного жанра. И насколько я понимаю, она будет еще развиваться. Развиваться будет неплохо. Поэтому, в принципе, если она на мне зайдет, если прожмешь лайкосик под этим видео, я поснимаю для тебя еще. Смотри, ползем, ползем прям. Давай, ниже жопы голову, а то прострелят тебе. Надо было здесь, как в Call of Duty, добавить, чтобы здесь из пулемета какой-нибудь чел вот отсюда стрелял прям по головам. Чтобы ты реально не поднимался и такое ощущение было обучение, да? Но у нас война, патроны тратить нельзя. Так, залезть можно, да? Окей. Патроны-то тратить не надо, патроны-то на вес золота, тут знаешь как. Так, попадайте по отмеченной мишени. Это какая? Хорош, слушай, а звук-то неплохой. На! Переключись на гранаты. Быстрое нажатие. Граната. Не попал. Ага. Хорошо, отличная работа. Выбрать танковый отряд, чтобы перейти к следующей части обучения. Давай. Танковый отряд. Окей. Окей. Так. Осмотреть другую сторону. Это смотри. А, переключаемся, да? Так, а механик-водитель. Наводящий. То есть водитель это ездить, да? Я понял. А если я буду наводящим? А, я наводящий тоже могу ее. Все, окей. Так, у меня есть... А, есть пробивной снаряд, есть обычный снаряд. Я понял. Так, это мы прицеливаемся. Окей. А, это пулемет. Так, а нельзя ли поменять? Так, выйти. Не-не-не, не надо выходить-то. Подожди. Так, покинуть та, нажми, чтобы покинуть та. Смотри в другую сторону. А, гусеница повреждена, покинуть танк. Ну давай. Окей. Отремонтируйте сломавшуюся гусеницу. О, нифига, значит еще и ремонтировать можно. А вид нельзя поменять, чтобы... Возьмите танк. Быстрое нажатие, ага. Так, подожди, а нельзя нажать как-нибудь... Поменять вид-то, а? Так, ну это крупнокалиберный получается пулемет. А как так? Проследующий к огневому рубежу, окей. Поехали. А вид нельзя поменять-то, вид. Так, подожди, дай посмотрим. Так. Интерактивный режим, нет, это не... Не меняется, не меняется. Нет, 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 нет. Не надо выходить. Куда ты там переключаешься? В другую сторону смотреть. Не! Что-то я пока не вижу, что можно было бы поменять. Так, ну давай, ладно, попробуем. Чё, куда стрелять? Так, попадите по отмеченной мишени. Хорош. Так, а я что-то не понял, почему у меня так низко-то стало. Вау! Патроны кончились. А, во, поднимается. А, это перезарядка идет. Все, я понял. Ага. На треугольник я могу переключать, да? Ой-ой-ой-ой, что-то громко, блин, что-то за звуком-то, почему все за это? Окей, победа, ну такая, короче, получается у нас здесь
Обучение, чисто прям обучение. Так, игровые режимы, отряды. Давайте посмотрим, что у нас есть по практикам. Обучение, отряды. То есть, в принципе, больше никаких режимов игровых нет. Обучение мы прошли, практика это в свободной тренировке можно пострелять из разного оружия и, я так понимаю, из разной техники. Так, что-то у нас тут обеспечение горит. Ага, недоступно еще. Улучшение тоже недоступно. Компания, соответственно, пока что тоже нет. Здесь такое ощущение, что как боевой пропуск качается. Хорошо, давайте начнем. Возьмем какой-нибудь отряд. Так, это с винтовками. Ну, давайте возьмем снайперов, допустим. Начнем. Начать. Вообще здесь должен быть был режим. Получается, что 20 на 20, но при этом еще на карте играют с тобой боты. И ты вот как бы со своим отрядом, да, вот у меня отряд получается какой. Почему? А почему я... Я же выбрал вроде бы союз. Хорошо. Давайте мы на танке будем, окей. Погнали на танк. Так, начнем сразу с танка. Так, в общем-то тут что? Бегают боты. Бегают боты. И у тебя есть твой отряд. И ты, когда ты погибаешь, ты можешь. Это. Мы потеряли точку Б. В смысле? А, да? Двигатели уничтожены, я понял. А я думал, танк-то здесь проедет. А как тот танк проехал? Короче говоря, чё, пацаны, остались без танка, да? Окей, надо закратывать на контрольную точку, получается. Ой, 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 а чё так шмаляют-то? Ой, 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 прям война, война, нифига. Вы чё, пацаны? Хорош, стреляют со всех сторон. Так, ползти я тоже могу, да? Хорош, слушай, а графика вообще неплохая. В общем-то, это Battlefield. Это Battlefield, только... Только на свой лад, да? Получается. Все такое более детализированное. Опа, Б. О, хорош, убили, убили, убили. Так, ладно, давай возьмем вот этих. Возьмем вот этот отряд снайперов. Снайперов сейчас засядем где-нибудь. Сейчас где-нибудь засядем, будем отстреливать. Ага, отлично. Так, они все вон там, я видел. Так, сейчас потихонечку проберемся, проберемся, проберемся по кустам. Давай, вперед, 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 вперед. Так, а как переключаться? Как переключаться? Двойное нажатие, защищайте точку. Защищайте точку. Так. Все приказы отменены. Так, а, во. Следуйте за мной, получается. Тут что есть? Построение. О, да ладно. Ой, его кто-то убил. В общем-то, тут и против тебя и игроки, и боты. Вот это как бы мой отряд. Я как-то должен между ним переключаться. Только как? Отменить противника L2, задержать дыхание. R2 удерживать, чтобы наблюдать за выстрелом. Враг побеждает, соберитесь, говорят. Опять самолет летит. Так, они захватили точку у нас. А это уже наш самолет летит. Война прям, война вообще. А я вообще, вообще. Ах, хорош, 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 хорош. Сменить солдат, удерживать. О, о, о. Другого, на другого переключился, вот. На другого уже из своего отряда. Давай, 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 давай. Где? Давай, гранат. Так, давайте, пацаны.
хорош, лечение. Сам себя взорвал походу. Лечение, давай лечись, братишка, лечись. Давай лечись. Ага, все хорош, давай наверх. Так, не понял. Сейчас не понял. Хорош, вы убили себя, а. Все, у меня полностью весь отряд погиб. Давайте, ладно, других пойдем. Так, получается, нужно захватывать точки, надо точки захватывать. Пацаны, давайте, собрались, все, погнали. Так, я никого не вижу пока что. Никого пока не вижу. Везде идет война, везде трупы, кишки, кровь. Ой, по мне стреляют. Так, надо вон туда. Вон туда нам надо, пацаны, переплывать по-любому, пацаны, надо. Хорошо, пацаны-то лучше меня стреляют, на самом деле. Я пока просто пока никого не вижу. Так, это отметьте противника. Давайте все туда, пацаны. Давай зачищаем. Точку С зачищаем. Берем. Берем под свой оборот. Ой, вижу. А, это свои, господи, блин. А, там танк не наш, там не наш танк. Так, ну-ка пошли. Я смогу. Отходим. Бум, хорош, танк взорвался. Отлично, я танк взорвал. Ох, я уничтожил, вон смотри, какого-то Такеда 48. Офигеть, давай, погнали, вперед, пацаны. Точку С взяли. Б надо, Б. Ой, тут танк. Убегаем. Пусто, дом. Пацаны, дом. Давай, держим точку, дом. Хорош, там танк атакует. Все, надо убегать вообще отсюда, мне кажется. Это наше? Это все наше, да? Хорошо, пацаны, защищают. Так, это наше. Давай, на, бежим. Давай по окопам, быстрее. Оп, все, спрятались. Хорошо, слушай, а мне нравится вообще, а мне очень нравится. И прям вот есть ощущение, что реально идет война. Не то, что вот Battlefield, да, Battlefield, она такая более аркадная, а здесь нет аркады. Тебя убили, вон просто пацана пристрелили, молодого, вот здесь прям. Так, заходим. Инбокот. Тихо. Хорош, просто пристрелил вообще мгновенно. Так, давай еще раз, снайпер. Ох, не, тут надо прям как тактически действовать, надо прям думать надо, куда ты идешь, где ты. Ой, что такое? А вот и Такеда меня убил. Так, а я хочу переключиться на другого. Давай. Противник занял С. Хорош, надо обходить их, пацаны. Обходить надо. За мной. Обойдем их сейчас. Вижу. Давайте, пацаны, бэшку захватывать. О, хорош, убил кого-то. Или попал в кого-то. Так, блять, хорош, пацаны, блин, под пули-то лезть. Нормально, идем. Давай, бэшку захватываем. Я на Ашку бегу сразу. На Ашку бегу.
хорош. Хорош. Разряжай. Хорош. Есть, 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 есть. Так, 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 чё, пацаны, все здесь, держим, держим, держим. Держим, сейчас побегут. Так, а у меня есть второе оружие какое-нибудь? А, граната. Так, и ножик есть еще, да? Есть. В смысле не попал? Прям же в него стрелял. Так, тут, ну тут ваншот, ванкил, короче. Ваншот, ванкил. Ваншот, ванкил. Ваншот, ванкил просто происходит. Ай, 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 хорошо. Лечение, лечение, давай, давай, давай. Пацаны, прикрывайте, прикрывайте, я лечусь, пацаны. Немножко надо прикрыть, немножко надо прикрыть. А сколько бой-то длится вообще по времени? Так, мне надо отойти, отойти, надо отойти, отойти, надо обойти. Хорош, динозавр какой-то меня замочил. Отлично. Так, не, за танки не хочу, за танки не хочу. Давай вот за этих. Давай, давай с винтовочками. Ну чё, пацаны? А, это я могу вот переключаться, видишь? Вот могу и по своему отряду подключаться. Ну, я с ножом могу зарезать кого-то. О, приз получен, первая кровь. Поражение, мы проиграли. Мы проиграли. Ну, слушай, неплохо, неплохо. Давайте сыграем, может быть, еще Нормандию, да? Что-то тут наполучали, кого-то наубивали. А неплохо, я вон, смотри, 11, 650 очков набрал. На четвертом месте, в принципе, неплохо. Только я не понял, почему я играл за другую команду, когда я выбирал... достигнутый уровень АВ. Получить? Давай, получить. Хорошо, поздравляем, вы получили новый отряд. Добавить отряд в список боевых. Почему бы нет? Давайте добавим свободное место. Какой это отряд? Уровень 1. Уровень армии. Так, не понял. Окей. У вас неполный набор боевых отрядов, заполнится оставшихся автоматически. Давайте, окей. У меня тоже других нет отрядов-то еще. Так, и в общем, каждый уровень отряда ты качаешь и отряд. Получается. Оу, смотри, у меня какие с автоматами. Автоматчик у них, смотри. Капитан. Тут, значит, какие-то награды дают за все, что только можно. Заявки, обеспечение, получить награды. Ох, ну тут слишком много всего дают. Это все читать, пока разбираться. Это очень долгое время. Давайте играть, 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 играть. Я хочу быстрее начать бой. Так, подожди, 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 подожди. А как, почему? Компанию я хочу выбрать другую. Игра найдена, ждать. А тут, значит, рандомно, что ли, здесь, то есть, получается, нельзя выбрать, что ли, не понимаю. Опять монастырь, опять монастырь, опять монастырь, это, получается, Древняя Русь. Ну, не Древняя Русь, а там Русь какая-то. Ну, Россия, да? Российская Федерация, там, кто воевал-то там, да? Ну, Союз, Союз, они называют этот Союз. Давайте возьмем новый отряд, попробуем, новый отряд, попробуем. Хорош, смотри. Опять я почему-то играю за какую-то ось. Не знаю, почему за ось я играю. Очень непонятно. Так, а тут смотри, целый храм сейчас будем захватывать. Обалдеть, погнали. Эй, давай, 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 давай. Может, нам на Цешку надо было идти? Чё мы все тут драпанули-то на Б? А, не, вон там отряд на Ц пошел. Давайте, давайте, пацаны, тогда башку берем. Захватываем. Хорош, я вообще не успел выстрелить, просто не успел. Да добей его. Граната, что ли? Граната, блядь, увидел в последний момент. Так, хорошо, хорошо. Я могу вылечиться. У меня еще один в отряде жив. Он просто должен вылечиться. Все, он вылечился. Он вылечился, вылечился. Так, смотри, сейчас могут обходить, могут обходить. А вон снайпер сидел-то. Блин, слушай, тут надо брать снайпера. Тут надо брать снайпера, точно. Тут, я тебе точно говорю, надо брать снайпера. Садиться он туда наверх и просто отстреливать сидеть. Сейчас, сейчас, сейчас так сделаем. Сейчас так и сделаем. Все, идем наверх сразу.
просто идем наверх, сейчас будем отстреливать. Но, блин, на самом деле игра очень сильная, очень хорошо даже. Вообще замечательно оптимизирована. Так, 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 кто, кто, он сидит. Так, тут задержать дыхание можно. Хорош! Да ну нафиг! Не, ну как так-то? Я же, блин, вроде стрелял. Давай, переключись на другого. Да не, всех завалили, всех завалили. Не получается у меня. Все, этот отряд я не могу выбрать, получается. Все, все умерли. Ну что, пойдем другим отрядом? Нет, тут прям это, слушай, тут надо прям очень как-то скрытно играть. Прям вот как-то вот смотреть прям каждую точку. Тут прям вот так бежать напролом, это все верная смерть, можно так сказать. А вон они, нет, это не наши, не наши, не на, это наши, наши. Так, ну я смотрю, ну тут получается еще кросс-платформа. Кросс-платформа включена, получается. Пацаны, пацаны, куда бежать так, пацаны? Сейчас танка шмальнет, сейчас шмальнет танк. Кросс-платформа включена, и получается играет против меня все те, кто на компьютере играет. Все те, кто на компьютере играет против меня. PlayStation 5 у нас, к сожалению, в маленьких количествах была раскуплена всего, и их, в принципе, не купить, поэтому... О, а это что такое? Это что, так должно висеть, да, в воздухе? Прикольно. Говорят, на компьютере оптимизирован намного лучше, конечно, не знаю точно. На компьютере не играл, нет у меня компьютера просто еще хорошего. Ну, как бы есть, но не хороший. Просто не особо хороший. Так, что там в окне там сидит до сих пор? На! Не надо тут! На! Да в смысле? Я ж стрелял! Да я ж стрелял! Я же, блин, стрельнул в него. Ты чё, блин, нахренел, что ли? Так, чё, у меня остался один отряд танкистов? Один отряд танкистов остался. Ладно, поедем за танк. Сейчас будем на танк. Окей, окей. Так, я не понимаю, она стреляет? Ага, стреляет. Хорошо. Так, я так понял, что здесь можно утонуть, да? Нам надо было по мосту. Хорошо, понятно, поехали по мосту. Так, сейчас посмотрим, как на танке мы справимся с этой. А мост что-то заблокирован? А мост заблокирован. А как мы проедем тогда? Не понял. На правом поехали. Да, поехали на правом. Так все, разрушили. Поехали, 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 поехали. Так, нам нужен танк, нам нужен танк. Нам нужно найти какой-нибудь танк, с которым мы бы заатаковались, да? Давай, 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 давай. Так, ну вот не очень удобно, что нельзя взять. А, у них там вон какие-то с оптикой. А, да, понятно, с оптикой. Это я стрелял с оптикой, да? Ну непонятно, вот, конечно, вот, зайдут мне сейчас в спину и гранат кинут, и что я буду делать, да? Так, у нас что, Б захвачено, С захвачено, опять мы проигрываем. Враг побеждает, надеюсь. Не знаю, пацаны, ну давайте буду у вас это поддерживать тут как-нибудь, я не знаю, тут куда просто даже ехать, я не знаю. Тут я не проеду сейчас, да? Сейчас где-нибудь встанем тут. И будем бэшку держать еще. А, я могу смотреть вот так зад-вперед, зад-вперед, зад-вперед. Так, это я куда смотрю, получается? Ага. Так, все, я понял. Ага, не понял. Нет, это свой пробежал. И по окнам шмалять.
О, я вижу, 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 вон поднимаются. А, нет, это свои. Ох, хорош, мы все точки захватили. Смотри, сейчас побегут на Б, на Б, на Б, на Б, на Б, на Б побегут. Мы закроем сейчас здесь вход. Стоять, 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 стоять. Бочком вот так встанем, сейчас будем крыть. Будем крысить. Откуда? Да вы чё, прикалываетесь? Так, не снайперов, снайперов берем, не надо, не надо нам это. Танк, танк. Тут не танковый бой, не танковый бой, совершенно не танковый бой. Так, нам бы вон, куда мы не поднимемся, да? Нам бы туда, конечно, подняться бы. Так, 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 пацаны, чё-то я не понимаю вообще, тут прямо они атакуют со всех сторон, атакуют со всех сторон. Никого не вижу, по крыше не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. А, вон вижу, вижу снайпера. Вижу, вижу, уполз. Уполз, 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 уполз. А вон в окно, смотри, смотри. Выцеливает, выцеливает, смотри. Стоп, 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 стоп. Где, 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 где он был? Где? А вон в окне торчит, смотри. Как не попал? Хорош! Убил, 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 убил. Мертвый, мертвый, мертвый. Через больницу смотрит, через больницу смотрит, смотри. Хорош, еще одного убил. О, хорошо. Так, ждем, 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 ждем. Сейчас в больницах появится еще кто-нибудь. Так, это наш танк. Наш, 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 наш. Наш танк едет. Так, здесь не надо стоять, они. Здесь палево, палево, палево. Так, надо цешку брать, цешку надо брать. Надо цешку захватывать. Наверху, наверху там прям битва, 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 серьезная идет. Бля, а еще бьем, не видно их нифига, да? Вот так вот, хрен увидеть вообще. Так, а что нашел? Завалили, завалили нашего, что ли? Так, ну-ка. Так, а как переключиться? Давай-ка вот, пойдем, пойдем вот этим, пойдем вот этим. Пойдем вот этим. Вот этим пойдем. Хорош! Как переключиться? Давай, 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 переключимся, переключимся. Так, 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 пацаны, пацаны, пацаны. Пацаны, пацаны, убегаем, 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 убегаем. Блин, а это как-нибудь подняться-то еще есть? Нет, нет, еще есть подняться. Так. Вообще, блин. Так, ну все наши захватывают, да? А, нет, это не наши захватывают. Так. Тихонечко, тихонечко подняться. Враг захватил точку С. А, нет, тут наш. Мы потеряли точку Б. Погнали, погнали, погнали на С, погнали, С захватим. С захватим сейчас. О, громко как стреляют, а? Со всех сторон. Давай на С, на С, на С, на С. Тут со всех сторон могут зайти-то. О! Мы взяли точку С! Справа, справа, справа где-то бежит. И наверху топает. Захватывают
Так, С-то мы взяли, С-то мы взяли. Хорош, лежал тут, а? Козлина. Так, 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 так. Ну давайте, давайте, давайте. Стреляй, стреляй. Да как? Переключиться, переключиться быстрее на кого-нибудь. Давай вот это, давай вот этих возьмем. Пулеметчиков. Сейчас Цешку будем лежать. Цешку, смотри, я понял как. А, и Б взяли там. А, ну и что ж там такое-то? А, ну и Б заняли. Не-не-не-не, нам С надо. С надо брать. Бегом, бегом, бежим, бежим, бежим на С. Так, у меня что есть? У меня есть коктейль Молотова. Так, все, С заняли. Пацаны, давайте на С. С надо брать. Надо брать С. Пробегаем вперед. Хорош. Пацаны, завалите его там. Завалите. Я отлечусь. Яй, блядь, и не то нажал, а. Да что ж ты будешь делать, а? Давай там переключись на другого. А, лечим. Хорош. Да как это происходит-то, блин? Не, ну они там, конечно, ну как они там стоят, конечно, сзади, да? Все, все точки опять. Все, мы сейчас опять проиграем. Опять мы, у нас Б только. Что не захвачено. Давай на А сбегаем, на А еще не бегали. Ни разу на А сегодня не бегали. Давай на А, там на С что-то много людей. Давай А захватывай. Там наш танк как раз едет. Давай танку. Пехота поможет танку сейчас. Танк прикроет, а мы пехоты сейчас. Давай просто врываемся и забираем точку. Давай гранату туда сейчас сразу, гранату. Давай. О, хорош, туда. Здесь кто-то есть. А, нет, никого здесь. Они на втором. Они все на втором. Я чувствую. Слышу, на втором все. Так, ну как-то вот надо чувствительность все-таки настраивать чувствительность, потому что не совсем понятно, как работает эта чувствительность. Так, что, дверь тут можно открыть? О, хорошо, дверь можно открыть. Так, здесь никого. Никого. Закрыть дверь. Никого. Так, дверь позакрывать. А, хорош. Ты чё? Не стреляй. Давай, где там, с другого переключись. Переключись на другого-то, а. Где мой? Пацаны. Вы чё ж делаете-то? Ну, пацаны. Ну, смотри, он всех поубивает сейчас, а. Ой, какие же вы всё-таки тупенькие-то, а. Тупенькие-то, какие боты-то всё-таки. Хорошо, добивай, а то сейчас вылечится. А, они там в дом забежали. Так, что, точка А-то наша, да? Ой, хорош. Никого я не убил. А, они там. Хорош, точка наша. Давай. Мы должны выиграть. О, это наш танк. Хорошо, сидит с ножом, ты представляешь, вот так вот, режет с ножом сидит. Так, а у меня что, подкрепление-то будет какое-то еще, нет?
подкрепление сегодня какое будет. Так, давай, в окна. Где в окна надо смотреть? В окна надо смотреть. И больше сейчас с этой стороны побегу. Откуда вот они бегут? Надо еще понимать, откуда они могут побежать. Я гранату слышал. Да, бегут. Хорошо. Ай, поражение опять. Ну я так хорошо сейчас отстреливался. Ай, опять поражение. Ну что тут скажешь? Игра, конечно, вообще супер. Вот просто мне реально очень зашло. Прям понравилось. Вообще безумно. Буду играть, буду качать, буду снимать. Если ты захочешь, ставь лайк, пиши комментарий, что ты хочешь еще. Обязательно сниму для тебя, братишка. А так не, игра супер вообще. Игра обалденная. Вот прям посидеть вечерком, повоевать. Очень даже прикольно. Непонятно почему. А, вот я могу переключиться на союзников. За союзников-то можно сыграть-то, нет, а, братишка? За союзников хочу сыграть. Давай за союзников сыграем. Хоть разочек-то дай за союзников сыграть. Ну-ка давай за союзников попробуем. Давай, поиск сессии. 5 секунд, 6 секунд. 7 секунд, 8 секунд. Давай. Найдена игра, давайте ожидайте присоединения. Неплохо, давай за союзников хочу попробовать. Смотри, какие ребята бравые стоят. Укрепрайон захват, укрепрайон. То есть оно, получается, одна компания поделена на несколько частей. Почему опять я играю за ось? Почему опять играю я за ось? Я не понимаю. Я не хочу играть за ось. Не хочу играть за ось. И на танки я тем более не хочу играть. В общем, поехали, убьем сейчас просто кого-нибудь на танке. На этом, наверное, закончим. Ух, везде уже все взрывается. Не, ну вот выстрелы с танка могли бы быть посерьезнее, да. Ну, как-то вот прям, конечно, вот разрушаемости, может быть, не хватает. Вот такой вот, как в Battlefield. Вот, конечно, было бы прикольно, чтобы бах, там разнес там дом на щепки, просто разлетел. Но не в этом шарм этой игры, знаешь, они вроде как бы кажется, что это такая массивная война, а тут просто всего против тебя играет всего 20 человек, да, может меньше, там всего 4 противника, да, игрока именно, реально, все остальное это же боты, вот, и как это видно, что боты, вообще не понятно, непонятно просто, не понятно. Давай, пойдем на танк, мы выезжаем на танк. О! Вот они. Хорош. Ой. Ой, по нам танк пострелял. Я даже не видел его. Смотри, стоит откуда, стреляет. Надо покидать технику. Срочно выходить из техники. Все, уходим от техники. Смотри, как расстрелял. Смотри, вообще нифига война. Ой, лупит уже со всех сторон. Смотри, с той стороны лупит. Так, держим, пацаны. Ой, танк распирачили танк нам. Ой, а у них там два танка. Два танка. Так, надо, я знаю, что. Я знаю, что надо. Диверсию будем устраивать. Погнали. С одним пистолетом, ну и что, мы справимся и с одним пистолетом. Мы в рукопашную справимся, если что. Мы сейчас пойдем. В диверсию пойдем. Сейчас в тыл заходить будем врагу. В тыл врагу будем заходить. О, самолеты, артиллерия у них полетела всякие, а. Авиация полетела у них. Так, все, заходим в тыл. Входим в тыл, вон танки едут, мы в тыл заходим. Это они не ожидают, по зеленке пойдем по зеленке, они не ожидают, что мы сейчас как диверсанты выйдем из леса. Группа быстро реагирует. А кто мы-то? Я один и пистолет, все.
только я и пистолет. Так, смотри, смотри, кто стреляет из леса тот, что стреляет. Где? Тихо, 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 там не шмаляйте мне, давай. Так, все, 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 все. Вижу, вижу, залегли, 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 залегли. Хорош, хорош, убили, убили. Так, нам надо что-то посерьезнее и сюда заходить. Что-то посерьезнее сюда заходить. Сейчас зайдем туда. Туда на Ашку зайдем. Смотри, они вообще не ожидают. Все, погнали, пацаны. Отряд со мной, давайте. Давайте, пацанва, пацанва, давайте. Давайте, дожмем. Не могу выйти, хотел выйти из игры. Не могу, прям затягивать. Супер игра, обязательно, обязательно. Прям вот войнушка, вот. Со времен вот тех вот игр, там Call of Duty, Medal of Honor, там вот это когда там немцы там что-то там захватили, там русские освобождают, или там наоборот. Ну, обычно правильно, русские, это русские вперед. В любом случае. Просто не дают поиграть, не дают, хочу за них поиграть, отдают того сыграть. Хорош, хорош, Матвей, ты чё, Матвей, хорош, ты как? Ты как? Ты так? Ты зачем, Матвей? Ты для чего так сделал? Матвеюшку. Матвеюшку меня убил там какой-то. Не надо. Давай, выпусти. Смотри, он знал. Да. Я вообще не понимаю, как он так раз и появляется вообще ниоткуда просто. А, так его не видно. На, ёп, ты чё, нахуй. Давай, хорош. Ой, 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 кто шмаляет? Офигеть, откуда? Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, может лечиться, может... Ай, не могу лечиться. Давай снайперскую группу берем. Смотри, они просекли фишку. Пошли там, влево пошли. Надо влево-лево надо закрывать, а то тоже пытаются отходить. Надо влево отходить. Так, за мной, пацаны, за мной. За мной. Давай. Эллоус, за мной. За мной, сейчас будем закрывать их. Сейчас будем закрывать, по-любому будем. Не вижу пока никого. А их так не видно, так замаскировано, а еще пурга такая, и замаскировано все. Пойдем в тумане, пока снег, пурга, пойдем. По снегу пойдем. Где? Где кто? Точка Б под контролем. Так, точку С захватывают. Вижу. Хорош! Выстегнул. Все, умер. Блин, зато спалились, я не знаю, это кто был. А, да, Мистек, я убил его, он один оставался. Весь отряд погиб, я же стрелял, он один тогда оставался. Ай, сейчас пойдет встречать по-любому. Нужно быстро вот сюда до зеленки добежать. Быстро. А, я все, Ашку у нас захватываем. Ашку-то захватываем. А я вот сейчас вот тут вот лягу. Мы контролируем все точки. Все точки контролируем, ага. Давай смотреть, где. Давай смотри, сейчас из леса пойду по-любому. Точку Б потеряна. А, вижу. Не вижу. А, вон танк, вижу. Плохо видно, конечно, вижу. Дайте метку-то. А тут же можно метку давать. Как-то можно метку дать. Что типа враг тут. Так, это не то.
Это не то. Как метку давать-то, я не помню. Отметьте противника, вот, L2. А, при прицеливаешься, L2 отмечаешь. Давайте, пацаны, здесь по-любому противник едет. Вижу. Нет, нет, нет. Казалось. Воу, 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 вот это по нам уже лупит. По нам, пацаны, лупит. Мы же все в белом, нам куда туда вставаться-то? Нам не надо было туда соваться-то. Ой, лупят пацаны. Враг захватил точку А. Хорош. Куда не вот не успел его вовремя, да? Шлепануть его не успел. Ладно, сгорел, сгорел, сгорел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лечение, 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 лечение. Ай-яй-яй-яй-яй, зашел. На другого давай переключайся. Ай, ты всех убил там, а. Всех убил. Опять танк остался. Не хочу я танк. Нет, не надо. Мне это ваш танк ваш надоели мне. Пойдем МП за танк попробуем. Сейчас тоже обойдем с какой-нибудь стороны. Ну, в общем, тут надо садиться, вот, сидеть и прям вот. Чуть добежал, позицию поменял, сел, присел, все, сидишь, ждешь, когда выйдет на тебя противник. Надо тактически думать, где они. Вот тут кто-то сейчас, кто-то кого-то шлепнул только что. Стреляют, стреляют, где? А, это наш. Наш стреляет, да? Ты куда стреляешь-то хоть? Дай метку-то хоть. Ага, все здесь, все захватили. А, за пушку смотри, сидел там, а? Нифига ты дурачина, блин. Ох, из танка дали. Видел, 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 видел. Хорош, дал в голову. Смотри, в голову дал одному. Он бежит за пушку сейчас. В смысле, я же... Да как это? Как это происходит? Уходим, 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 сейчас из пушки даст, беги, да что ж ты, дурачок-то такой, куда ж ты, блядь? Ну из пушки же сейчас дал бы тебе, ай. Ну в общем, давайте здесь тогда остановимся, что игра классная, вообще супер, просто вот реально подвис, даже не хочется уходить, мне очень нравится, прям, блин, динамично так. Вообще офигенно. Вот прям с другом вместе поиграть, повырубаться на кого-то, пострелять из разных оружий, покататься на танке. Война вообще супер, классно, качать. Ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий, и я для тебя еще раз. Все, все.